Добрый день. В эфире Ирявунг ТВ. У нас в гостях депутат Национального собрания Республики Армения, председатель партии «Альянс» Тигран Хачатурович Уриханян. Добрый день, Тигран Хачатурович. Спасибо, что приняли наше приглашение. Спасибо вам. Тигран Хачатурович, и начнем с самого актуального на сегодняшний день. Сегодня Генштаб Армении потребовал отставки премьера и правительства. Также после этого Пашинян заявил о попытке военного переворота. Что происходит внутри политической жизни страны? Как вы прокомментируете ситуацию? Ну, происходит многое. Вы знаете, вопрос такой, ну, мягко говоря, внезапно и остро поставленный. Я даже немножко ерзаю, потому что это произошло буквально, вот, буквально сейчас. И политик, который активно действует в стране, он не может вот так спокойно сидеть сейчас, потому что это, конечно же, чревато серьезными последствиями. Опасения в этом плане были. Были. И все наши призывы, направленные к власти, к премьеру, в плане того, что надо опомниться, надо следовать всем вытекающим из ответственности последствиям. Однако мы знаем, что премьер-министр неоднократно говорил о том, что он является ответственным за сложившуюся ситуацию, а ситуацию я бы назвал скорее национальной трагедией исторического масштаба, но не единственным, как говорилось, виновником. И вот так вот смиряться с, повторюсь, смиряться с трагедией такого масштаба, с поражением, с потерей территории, со смертью, с гибелью многих тысяч молодых людей, с десятком тысяч раненых и вообще с переломом, конечно же, в плохом, отрицательном смысле этого слова, с переломом вообще во всей жизни нашего общества. И в душевном, моральном состоянии, в котором находимся мы все, вся страна, все государство, все общество, смиряться с этой ситуацией, как бы пытаться пролонгировать свое присутствие во власти, оно должно было привести к таким последствиям. Ну, от имени нашей партии, которая очень интенсивно обсуждает протекающие события, я, конечно же, должен выразить солидарность с вообще требующими отставку правительства всеми, в частности, и с представителями армии, генералитетом. Я так понимаю, что далеко не одно лицо из числа командования выразили эту позицию и потребовали отставку премьер-министра. И вот движение по спасению Родины, они тоже в последнее время приступили к более активным действиям. И несмотря на это, некоторые эксперты это называют имитацией борьбы. И теперь к чему идет страна? К внутриполитическому какому-то военному перевороту, гражданской войне? Или это имитация борьбы? Смотрите, я всегда утверждал следующее и продолжаю утверждать. Мера измерения, если можно так выразиться, качество власти, метод определения, хороша власть или нет, любая власть, та или иная, тем более нынешняя, существующая, пока еще действующая, единственный, он один, это уровень, это качество жизни людей. Если люди живут плохо, значит, то или иное, в том числе данное правительство, управляет нерезультативно, мягко говоря. Что касается данной власти, то к этому приплюсовывается колоссальный масштаб ответственности за огромные обещания, ни одно из которых не было реализовано. Не было попыток реализовывать эти обещания, на волне которых, в силу которых они пришли, собственно говоря, к власти уже 3 года назад. То есть это достаточный период времени хотя бы для того, чтобы показать, а хочешь ли ты быть честным со своим народом, который поставил на карту, по сути говоря, все, пошел ва-банк и на общенародной волне привел тебя к власти. То есть это большой обман, нерезультативность, большой обман. И, конечно же, повторюсь, это огромная трагедия, которая свалилась на нас в силу, я не знаю, может, неадекватности ситуации, может, ну, мягко говоря,
непрофессионального подхода. Ну, тоже я пытаюсь корректное выражение выбирать. А может быть, целенаправленно, как многие говорят. И то, что случилось, это не могло остаться без последствий. Повторюсь, любая попытка к пролонгации внутриполитического статуса-кво, к тому, чтобы оставаться во власти, пытаться завуалировать свои провалы, свои поражения практически во всех, по всем направлениям, какими-то зачастую не связанными, в том числе и формулировками, оно, естественно, должно было привести к нехорошей, нездоровой развязке. А такая может быть, таковая может сейчас сложиться. Потому что призыв премьера выйти на площадь и отстаивать там что-то, он может привести к столкновению. Призывать людей выходить против армии, это, мягко говоря, не очень разумно. Недовольство должно было быть. Недовольство было. Оно было и до военных действий. И оно, естественно, аккумулировалось и проявлялось уже в поствоенном периоде. После поражения, в силу этих событий, правительство должно было это понимать. Должно было. Пораженец должен, беря на себя ответственность, должен следовать последствиям, вытекающим из этой ответственности. И в первую очередь это отставка. Ну не получилось, ну подвел, ну провалил, плюс проиграл, в результате чего погибло колоссальное число людей. Ну, растеря территории. Все, отставка, естественно. Ну вот после подписания трехстороннего заявления и через какое-то время премьер стал говорить о внеочередных выборах. Потом он сказал, что отказался от этой идеи. С чем была связана вот такая его политика, его действия? Он думал остаться до конца своего срока? Или... Мне кажется, ну как кажется, я уже уверен в этом, естественно, что это была, во-первых, попытка выпустить пар, ну, как бы ослабить напряжение, атмосферу во внутренней политике, но получилось некрасиво, потому что одновременно с, ну, относительно пассивным периодом противодействия со стороны оппозиции или отдельно взятых оппозиционных сил, премьер решил поменять свое, скажем так, предложение, решение, мнение. То есть это был ситуативный подход, на мой взгляд, не очень красивый. Не очень красивый. То есть вот, ну, раз уж вы меня не давите, тогда я останусь. Ну ладно. Ну, это же было абсолютно понятно и принималось именно так всеми мыслящими, думающими, анализирующими людьми. И не только занимающимися политикой. Повторюсь, получилось некрасиво. Это не добавляет действующей власти, премьеру лично, дивидендов, если о таковых вообще можно говорить. Лидер движения по спасению Родины Вазген Манукян заявил, что Пашинян должен уйти, но бывшие не должны вернуться. Есть ли альтернатива? Вы считаете, что среди 3-миллионного населения не найдется хоть маломальски подготовленного, умудренного опытом, навыками, обладающего знаниями, патриотизмом, любовью к отечеству, к людям, к своей стране, человека или команды людей, которые могли бы сделать относительно, хотя бы относительно лучше, чем сделала эта власть? Но вы согласны? Я гораздо лучшего мнения о моем народе и думаю, что, естественно, такие люди есть. Есть такие люди, есть такие команды, есть такие политические организации, партии, силы, движения и так далее. Что касается заявлений данного политика, ну, по-моему, это общепризнанная позиция. Возврата к бывшему быть, по сути, не должно. Да, об этом говорили сами бывшие, или как старые, вот как вы называете, или они называют себя старыми. Возврата к бывшему быть не может, да, это они сами заявляли. И оно понятно, если бы все было хорошо до 2018 года, у нас бы не было стечения тех обстоятельств, которые привели к так называемой революции.
а после чего привели к тому, что мы имеем сейчас. Сама альтернатива, действующая либо старая, она неприемлема. Я считаю, это ложной концепцией, искусственной концепцией, выдвигая которую, может быть, некоторые, а может и те, и другие, как раз-таки пытаются оттенить в сознании людей, может быть, в подсознании людей, существование здоровых, нормальных, адекватных, повторюсь, любящих свое государство, страну, народ, патриотичных и умеющих людей с коэффициентом полезного действия, с оперативным мышлением, с готовностью и возможностью работать. Мне кажется, это попытка оттенить вот это выдвижение вот этой альтернативы. Но кажется, что правящая команда, она не собирается так легко сдаваться. И сейчас уже звучат какие-то призывы к неповиновению. И при том, что вот Андранык Кочарян говорил, что они могут стрелять по народу. То есть что там происходит внутри этой команды? Есть ли там... Может быть, стремление заменить одного лидера на другого? Ну, Андроник Кочарян говорил о том, что у государства есть монопольное право стрелять, если быть точными в формулировках. Конечно же, нехорошее, нездоровое заявление. Люди, которые оперировали значительной частью нашего населения, скажем, сознанием, значительной частью нашего населения в связи с трагическими событиями 1 марта 2008 года, они говорят о том, что можно стрелять, но это как-то нелогично, неразумно, по-моему, неправильно. Призывы будут, они будут пытаться, конечно же, продержаться по возможности дольше. Должность – это вещь сладкая, если она не подразумевает ответственности, если она не подразумевает того тяжкого бремени, которое... Тем более на сегодняшний момент должно тяжелым грузом лежать на плечах власть имущих. И если это привилегии, то, конечно же, они будут пытаться продержаться. Если это возможность дальше обманывать людей, будут пытаться продержаться. Если это нежелание посмотреться в зеркало, понять самого себя, самих себя, свои ошибки и вырулить из этой уже тяжелой, уже необратимой ситуации по возможности достойно, ну, тогда нечего вообще и обсуждать. Да, конечно, власть будет пытаться продержаться дольше. Но я не представляю этого в данной ситуации. Как это может быть? Когда абсолютное большинство людей недовольны. Когда недовольство структуризируется, когда об этом официально говорят абсолютно все. От известных политических кругов, включая нашу партию, многих наших коллег, и заканчивая представителями науки, образования, культуры, церкви, армии. Куда уж дальше? На днях премьер сделал очередное скандальное заявление про... Искандеры, и это привело к новому напряжению в армяно-российских отношениях. Все российские СМИ, известные чиновники стали осуждать его за такое заявление. Что это было, на ваш взгляд, просто очередной ляп премьер-министра, или это было специально задуманное какое-то заявление, которое было сделано именно 23 февраля? При этом еще какие-то непонятные подробности уже выходят в свет. Недавно Соловьев в своей передаче показал, что есть документы, подтверждающие факт продажи оружия Турции, которое использовалось в войне против наших армянских солдат. В целом, вот если вот сопоставить эти вот какие-то непонятные происшествия за последние дни, какая картина вырисовывается, на ваш взгляд? Ну, смотрите, данное заявление вкупе со всеми остальными заявлениями, поведением, проявлениями, поступками, позициями, которые
высказывала власть на протяжении этих 3 лет. Данное заявление, повторюсь, в числе всех остальных других. Ляп или не ляп? Умышленный шаг к ухудшению взаимоотношений или просто так вот получилось в очередной раз, это уже не важно. Потому что руководитель государства, пока еще действующий, повторюсь, умышленно или неумышленно, это уже не важно. Но не может без того, чтобы не портить армяно-российские взаимоотношения. И ляп это, или предумышленно сформулированное, заранее запланированное заявление, от этого последствия, которые достаются народу, государству, стране, не ему, а стране, народу, государству, они не меняются. Вот в чем проблема. Ну, ляпнул лидер государства. От этого больно людям, от этого больно стране, от этого больно государству. И чем больше портятся взаимоотношения с Российской Федерацией, тем больше Российская Федерация защищает свои национальные государственные интересы в регионе, а не своего союзника. Что, собственно, тоже сказывается абсолютно на всем. На экономике, на социальной ситуации, на режимах пересечения границ и пребывания в Российской Федерации. Вы же видите, что это серьезная проблема. Ситуация в аэропорту, она обсуждалась минимум неделю. Но не говоря о том, что это сказывается, естественно, на ситуации, связанной с конфликтом, на военных действиях. И на итогах. Да. Так что ляп это или не ляп, за это надо отвечать. Вот и все. Возвращаясь к военным действиям, на ваш взгляд, что привело к капитуляции армянской стороны? Поражение. Ну вот, что стало причиной поражения? Почему? По многим причинам. Это, снова оставаясь в рамках корректности, надо говорить о нерезультативности управления, о плохой, неправильной, о провальной внешнеполитической политике, о заигрывании, о многовекторности. Можно говорить обо всем и перечислять о внутренних раскладах, о ситуации с армией, о том, что люди несведущие пришли к власти и занимались всем, чем только можно, кроме того, в чем они разбираются, если они вообще в чем-то разбираются, включая верховного, так называемого, главнокомандующего. Вы входите в оргкомитет движения «Сильная Армения с Россией за новый союз». Недавно состоялся учредительный съезд этого движения. Как мы все знаем, это движение выступает за более глубокую интеграцию Армении с Россией. Угу. Какие дальнейшие действия, какое дальнейшее развитие получит это движение? Я не знаю, какое будет дальнейшее развитие, но я знаю одно, что та идеология, с которой выступило движение, с которой, в частности, наша партия выступила в конце еще прошлого года, она принимается и приветствуется абсолютным большинством нашего населения. Почему? Потому что это крайне разумный подход. Использовать те возможности, которые в силу сложившихся обстоятельств на сегодняшний день есть максимально результативно, но это не может быть непонятным, не может быть нелогичным. Особенно, когда выдвигается конкретная платформа. Ну, есть люди, есть заинтересованные, скажем так, организации, мягко говоря, заинтересованные, которые пытаются бросить тень на эту идею взаимоинтеграции, объединения, нового союзного формата, о котором мы говорим, распространяют среди людей непонятные разговоры касательно ущемления суверенитета или независимости, бывают даже такие случаи Республики Армения. Нет, далеко, далеко не так, абсолютно не так. И чтобы понять, то, что мы говорим, надо только лишь прислушаться
и принять всю ту информацию, которая передается. Ведь существуют же похожие объединения. И Союз Европы – это показатель номер один, где страны, тоже, мягко говоря, крайне влиятельные в мировом масштабе, входящие в большую двадцатку, входящие в большую восьмерку, объединились. Объединились в валютной зоне, объединились своими территориями, пространством, открыли свои границы вооруженными силами, сохраняя свои, естественно, ВС, одновременно сформировали, и многие вошли в альянс НАТО, приняли общие директивы экономические, социальные, правовые, да я бы сказал и политические, внешнеполитические в том числе, которые подразумевают послушание ряда стран, обладающих гораздо большим потенциалом, чем Армения, но тем не менее так оно и есть. Пример Белоруссии и России. Это объединение независимых государств, независимых, сохраняющих свое членство в Организации Объединенных Наций, сохраняющих свои вооруженные силы, сохраняющих свое дипломатическое ведомство. То есть это атрибуты суверенного независимого государства, я поэтому их постоянно подчеркиваю. Однако со взаимным учетом интересов объединяют потенциал, который нам, по крайней мере, необходим. Это, во-первых, военная мощь. Это вопрос безопасности, вопрос структуризированного, стабильного и долгосрочного формата обеспечения безопасности. В частности, мы говорим в данном случае о новом образовании объединенных пограничных войск. Ведь много десятилетий наша страна пользуется таким опытом. Я имею в виду границы с Турцией, границы с Ираном, ведь там же стоят российские военнослужащие. Не говоря уже о рынке, об экономике, об энергоносителях, о перспективах, ну и так далее и тому подобное. 3 миллиона людей проживают в Армении, в лучшем случае. 3 миллиона людей, если не больше, армян проживают в Российской Федерации. Это же переплетение многочисленных, многогранных, многовекторных связей, включая от интересов социальных, экономических, заканчивая семейными связями, родственными связями. И это тоже надо учитывать. Ну и так далее, и тому подобное. На мой взгляд, это крайне разумная платформа, это выход из ситуации, который должен был вопрос, относящийся к этому, должен был быть поднят задолго до этих событий. По крайней мере, хотя бы сейчас его надо обсуждать. Может быть, некоторые предложения стоит пересмотреть. Может быть, многое стоит дополнить. Но то, что с единственным, историей, в том числе и новейшей, доказанным единственным стратегическим союзником надо идти по пути к всемерному сближению, одновекторному, на мой взгляд, союзничеству и партнерству, это однозначно. Таково наше мнение. Как вы относитесь к вопросу разблокировки транспортных путей и коммуникаций в регионе? С настороженностью. С настороженностью. И вообще ко всем происходящим событиям поствоенного периода отношусь с настороженностью. Во-первых, меня беспокоит так называемое мониторинговое присутствие турецкой стороны. Во-вторых, меня беспокоит стратегическое значение для соседних, скажем так, стран этого транспортного коридора. В этом плане у меня есть опасения насчет настоящих, истинных, реальных целей наших соседей, противников. В этом и не только в этом отношении. И в конце концов гарантии. Гарантии безопасности.
относительно коридоров. Ну и не только, естественно, то всего происходящего в долгосрочной перспективе. Как мы знаем, данное соглашение, если оно будет оставаться в силе, если оно будет закрепляться фактически происходящими событиями, складывающейся ситуацией, будет действовать на протяжении 5 лет, уже менее чем 5 лет. А что дальше? И поэтому я считаю, что все эти вопросы, все территориальные в том числе, включая транспортные коридоры, подлежат пересмотру в плане новой позиции, которую мы выдвигаем. Если в результате внутриполитической трансформации, в силу выборов, может быть, внеочередных, которые логично предполагать, в силу, может быть, каких-то других изменений, в результате чего сменится власть, конъюнктура в парламенте, с учетом парламентского управления, ну и так далее. Если, вернусь к началу, наш народ решит поддержать ту платформу, ту идею, которую мы выдвигаем, то все будет начинаться с позиций формирования нового союзного объединения. И, естественно, все подлежит пересмотру. Вы понимаете, что я затрудняюсь не скованно, спокойно, без кавычек и скобок говорить на эти темы, но тем не менее отвечать на эти вопросы надо. Да, многое умалчивается, и то, что умалчивается, тоже подлежит пересмотру. Пока столько. В парламенте вы заявили, что в случае внеочередных выборов ваша партия самостоятельно будет в них участвовать. Вы подтверждаете свое заявление? Ситуация такова. У нас много союзников, много партнеров, много коллег, единомышленников, скажем так, в том числе и среди внепарламентских партий, отдельно взятых общественных организаций, лиц активно действующих и вообще людей. Но на данный момент не проявляется какой-либо другой подходящий формат участия в выборах, скажем так вот. Не проявляется. Идти на выборы с теми игроками, которые сегодня, если можно так выразиться, на арене, нами считается нецелесообразно. Именно в этом плане была озвучена вот эта формулировка. Именно в этом плане. И в завершении нашей беседы хотелось бы поинтересоваться, как обстоит ситуация с делом о фонде помощи военнослужащим. Плохо. Плохо все обстоит. Но если вкратце, на протяжении более чем 2 лет я задавал элементарный вопрос. Многие касающиеся этой темы вопросы, в принципе, лишь сводили к единому, к одному. А где деньги? А где деньги, которые должны ежемесячно поступать, где эти средства, которые должны поступать в фонд социального обеспечения военнослужащих? Это же тонкий вопрос, это щепетильная тема. Об этом особо да и говорить не надо было. Но смотрите, вот приходилось каждый раз задавать эти вопросы премьеру. В тот момент, когда постановлением правительства за подписью премьер-министра, вашего покорного слугу, меня, освободили от почетных на общественных началах, но тем не менее почетных обязанностей члена попечительского совета данного фонда, проще говоря, убрали. Человека, который задает вопрос, а где средства, где деньги. Эта сумма уже достигала порядка 3 миллиардов драмов. После чего, как вам известно, данный государственный фонд, который возглавлял председателем попечительского совета, являлся министр обороны, уже бывший Давид Тоноян, обратился в суд с иском
с непонятным для меня, и не только для меня, в том числе и непонятным юристам, и многим интересующимся людям, иском, в котором требовалось опровергнуть, что, я не знаю. Ибо утверждений с моей стороны, по крайней мере, насколько мне помнится, никогда не было. Повторюсь, всегда задавался вопрос, где средства? Почему они не доходят? Почему нету этих сумм в отчетностях, официальных отчетностях, которые публиковались в прессе, в СМИ, в официальных документах, которые делали не я или кто-то, а Центральный банк страны? Я не знаю, что надо было опровергнуть. Тем не менее, суд счел правильным отказать истцу, и, ну, можно сказать, что состоялась моральная, имела место моральная победа. Стало быть, вопрос, а где деньги военнослужащих, принадлежащие людям, где деньги налогоплательщиков, потому что, по сути, это лишь один из многочисленных видов налогообложения. Люди, занятые люди, работающие люди, как вам известно, платили по 1000 драмов с каждого рабочего места, а сейчас уже в разы больше по прогрессивной системе. Где деньги налогоплательщиков, которые полагаются военнослужащим? Этот вопрос остается в силе. Успею я задать этот вопрос тому же премьер-министру, которому задавал на протяжении более чем 2,5 лет? Посмотрим. Тигран Хачатурович, спасибо за интересную беседу. Спасибо вам.